Доброго времени суток, друзья, с вами Аив, и мы с вами продолжаем проходить игру The Quiet Man. В прошлой серии нам с вами так невзначай показали незнакомочку в окне. И это довольно знакомые ворота. Я так понимаю, мы с вами направляемся туда. Как много ярких планов, и эту машину мы уже где-то видели с вами. Вот оно как. Ну, по-любому здесь что-то было в стиле «почему так долго?». Ей что-то не нравится, друзья, определенно. Даже без слов это понятно. Упс, здравствуйте. Здесь было что-то в стиле «убери это». Ну вот интересно, что нам сейчас предложат сделать? Просто так уйти? Или же будет какая-то завязочка у нас? Игра действительно отличается очень красивыми планами и картинкой. Упс.
Это определенно какой-то милый разговор. Ладно, хорошо. Это не совсем тот поворот событий, который я ожидал, ну ладно. Мягко говоря, мы кинули ее. Определенно что-то у нее такое проскочило. Ну, мы ее кинули. Смотришь на звезды, отгоняешь шторм. Достижение получено. Moonrise. Как-то так, наверное, он называется. Да-да-да, друзья, определенно у нее к нам что-то такое проскочило. Но это мы уже сами видели. И, кстати, они чертовски похожи. Оп. Па. Да, у нас проблемы, друзья.
И нужно их сейчас крайне оперативненько порешать. Тихо, тихо, не маши так своей катаной. Пока нам не предоставляют никакой возможности здесь что-либо сделать. Ну, это рейдж. Это мы в разнос идем. Да? Здесь мы с вами идем в разнос капитальный, друзья. Просто... просто не жалеем. О, мы можем пробежаться. Надо немного исправить ему без того уже не раз исправленное личико. Уйди с нашей дороги. Просто уйди отсюда. Молодец. Но кто же эта птица? Что-то Криана похитила из клуба. Нет, птичка, не так просто. Так, электропалочку. Конечно. Кто бы сомневался. Что ж. Предстоит, похоже, серьезный замес, да? Не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. Тихо. Неплохой у тебя шок, я смотрю. Я даже не знаю, так задумано по сюжету или нет. Опа. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, так задумано по сюжету. Ибо он какой-то сильно бессмертный. Ладно. Давайте мы его загоняем сюда в угол. В углу мы уже ему можем здесь навалять, я думаю. Да-да-да, давай-давай-давай-давай. Не, он какой-то просто... О! Да ладно тебе, ты не бессмертный. Да... Харе! Э! Харе! Не, я не знаю, что с ним. Это просто, наверное, какой-то... эпично бессмертный чел. Сколько нам его надо избить, чтобы он наконец-таки... Неужели? Да. Ой, минус палочка. Это было ловко. Да.
Тихо. Куда это он собрался? Вау. Так. У нас нет особо времени на вас, шавочки, поэтому вы сейчас очень легко и просто отъедете вообще все. У нас есть проблема посерьезнее. Ну иди сюда. Что ты там со своей катаной вздумал делать? И тресь, и все. Не, тебе вставать никто не разрешал. Вот это было неплохо. Да. Но эта птица какая-то убойно сложная была. Я даже не представляю, как нам ее побеждать. Нам бы научиться хотя бы блок ставить. Хотя бы понять, на что он ставится. Но пока мы наблюдаем загрузочку. Упс. Что, еще проблемы, да? Охренеть. У нас нет особо возможности потерять время, поэтому надо очень быстро этих всех укладывать. Просто проламывая. Тихо. Тихо, не так дерзко. Ты вообще откуда тут взялся? Вот этим, кстати, надо проломить посерьезнее, чем самым обычным. Не какие-то прям живучие очень. Ага. Молодец. Клёво. Птица. Чё? Так. Ой. У нас две проблемы, друзья. Походу, у нас начинаются галюники какие-то. Это раз. А во-вторых, нам, походу, неплохо сейчас проехались битой по голове. Ну, или какой-то там железный труп. Что? Упс. Этого челика мы знаем. Это очень понятный диалог на самом деле. Клёво.
Просто проломать стекло. Он будет определенно недоволен такой ситуацией. Определенно. Сюжет заворачивается все интереснее и интереснее, друзья, просто. То прямо среди ночи похищают. Опачки. Неплохо. Что ж, друзья, мы получаем достижение, когда все потеряно в виде такой электрической палочки. Но я думаю, здесь мы с вами и закончим. Если вам нравится эта игра, то не забудьте оценить это видео пальчиком вверх. Ну и, конечно же, не забывайте про подписочку на мой канал. Нас с вами был Аив. Всего хорошего.